5 мая 1944 года начался штурм Севастополя. Один из основных ударов был нанесен по Маккензиевым горам. Эта железнодорожная станция находилась между Симферополем и Севастополем и прикрывала выход к северному берегу Севастопольской бухты. Задача операции – заставить гитлеровцев поверить, что главный удар по Севастополю будет нанесен именно здесь. В 12 часов после мощной двухчасовой артподготовки началось наступление. В воздух поднялись десятки самолетов. Они бомбили укрепления врага, станцию, склады топлива и боеприпасов. Противник в спешке перебрасывал подкрепления. На советских бойцов буквально обрушился огонь минометов. В течение 6 часов воины отразили 16 контратак, но высоту удержали. Выход к Севастопольской северной бухте был освобожден. До победы оставалось 369 дней.